28 августа – непростая дата для православного мира, Успения Пресвятой Богородицы, а для рязанцев еще и 320-летие освящению Успенского собора, а также 30-летие совершения в нем первой божественной литургии после перерыва на долгие десятилетия 20 века колокольным звоном в сердце города. Встретили эту череду праздничных событий. В Рязанском Кремле прошел в седьмой раз фестиваль «Рязанские перезвоны». Мы все собрались сегодня здесь, на площади перед Успенским собором, чтобы под колокольный звон и под духовную музыку славить Бога. Сегодня к нам приехали порядка 25 звонарей из Рязанской, Московской, Тверской и Пензенской областей. Егор – самый юный из участников фестиваля. Он участвует в мероприятии уже второй раз. Этот мальчик, сложно поверить, штатный звонарь храма Серафима Саровского на Покровском кладбище в Москве. И это исключительно его инициатива. Я уже 2 года звоню. Я сам вот услышу колокольный звон, тоже хотел я этим заниматься. Мама долго думала. Потом я за кусты дергал в саду, за провода дергал. Потом уже мама меня отвела в колокольный. Колокольный звон не только духовное явление, неотъемлемая часть православного богослужения, но и часть национального культурного наследия. К колокольному звону, как к богатейшему музыкальному материалу, обращались многие русские композиторы. Сегодня колокольный звон становится украшением различных событий. Рязанский фестиваль выделяется особо и имеет многолетнюю историю. Мы с вами сейчас находимся в одном из самых красивых мест страны. Вот просто оглядитесь вокруг. Наверное, это вот самое подходящее место для проведения фестиваля колокольного перезвона. Испокон веков колокольный звон сопровождал людей на всех значимых событиях. Он даже народы объединял и всех настраивал на созидательный лад. И сегодня у нас с вами будет много возможностей насладиться звучанием гармонии колоколов. Еще известно же и о целительной силе колокольного звона. Вот сегодня ее здесь будет сполна. Для всех участников фестиваля приготовили дипломы и глиняные колокольчики авторской работы члена Союза художников России Анатолия Червякова. Такой подарок сам по себе является уникальным творческим произведением. Этот колокол нам сделал известный скульптор из Коломны Анатолий Червяков, наш друг. Это ручная работа, больше 40 штук сделать одинаковые, это уже получается ширпотреб. А это каждый вручную он делал. Поэтому я очень рада, что все получилось. На площади в Кремле развернулась ярмарка народных промыслов и декоративно-прикладного творчества. Здесь же установили звонницу, где можно было самому освоить азы звонарского мастерства. Многие рязанцы не первый год с удовольствием приходят на фестиваль, а некоторые, в том числе и гости города, впервые погрузились в мир удивительных, традиционных и самобытных авторских колокольных звонов.